Всем привет, дорогие друзья, с вами Кирилл Сакаст, и сегодня у нас Marvel Strike Force. Сегодняшнее видео будет посвящено открытию сфер, поэтому давайте посмотрим, какие сферы у меня есть. Есть 29 премиум сфер, есть 34 сферы красной звезды, базовые, это в принципе неинтересно. Из интересных еще сфер, что можно посмотреть. Ну, есть одна магия-сфера, есть сфера Ультимуса, так что, в принципе, открытие будет более чем интересное. Также, конечно, можно будет открыть элитные, да, если у меня будут они. У меня сейчас пока ни одной элитной звезды, к сожалению, нет. Но я думаю, с такими открытиями, как обычно у меня бывает, я думаю, одну так точно наберем. Наверное, и две наберем. Но давайте начнем. Начнем мы с премиум сфер. Будем открывать по десятке. Так, первая десятка. Получили гравитона, отлично. Хоть сейчас и добавили его, получается, в войну альянсов, но все равно там фармить его, сами понимаете, дороговато. Хэлло выбили, мистер Фантастик. Ну, в принципе, больше всего. А, Сокола еще. Да, Сокола и Спасительница еще. Тут, в принципе, нормально. А я считаю, более-менее, да? Потому что могло быть и хуже. Опа, вот это вот интересно. Призрачный гонщик, это хорошо. Тем более 25 штук, это вообще классно. Громила у меня, по-моему, на максимум собран. А, Великая Ученая, отлично. Почти тоже на максимум. Тут осталось 39 осколков для нее. Тут штурмовик 60 осталось. Так, тоже, в принципе, удачно открыли. Ну и последние 9 штук. Вдова 25, но, к сожалению, у меня фулл звезды, да, или к счастью. Мистер Зловещий, на один кусочек это, конечно, слабовато. Также выпал еще, получается, штурмовик Аима. Нормально, ну вот Аим отлично, да, потому что Аим и Гидра. Раньше бы это было все трэш, но сейчас это уже не так, да, смотрится как раньше, поэтому это, естественно, положительные осколки, особенно когда много героев уже собрано у тебя. Ну, давайте откроем мегасферу одну, мало ли, выбьем какого-нибудь интересного героя. Так, и что у нас здесь? И это, к сожалению, повторки, да? Да, это повторка, но интересно, конечно, открыли, но 50 повторок, это, конечно, мило. Так, ну и сфера Ультимуса, поехали. Первая сфера, так, это у меня на фулл звезды, это еще одна пыль. Мистер Фантастик, отлично, это очень хорошо. Так, не было, это, к сожалению, пыль только. Так, Пира, это тоже, к сожалению, только пыль у нас на данный момент. Так, Кингпин, немножко переработали, да, получается, одни осколки в другие, но это тоже пыль. Тогда же можно посмотреть, сколько мы получили дополнительно пыли, да? 7400, да? Ну, давайте, наверное, откроем еще тогда, получается, сферы. Сколько? 3 штуки у нас получается. 4 даже есть. Давайте еще 4 откроем. Так, еще пыль. Кстати, я заметил, перестал Ультимус падать на 15. Да, давно я не видел, сколько уже сфер открыл. На 15 прям и нет его. Так, Сокол отлично. Осталось 92 штуки. Ну и последний. Так, и Немор. Немор это вообще классно, отлично. Так, давайте теперь открывать, получается, так, 540 пыли. Давайте теперь открывать самое интересное, это красные звезды. У нас тут сейчас увеличенный шанс идет, насколько я помню, на Паука. Но Паука у меня пока и нет, даже близко, да, поэтому. Но рано или поздно будет. 10%, в принципе, отличный шанс, чтобы получить этого героя. Так, Майлз у нас на 3 звезды, да? Ну, у меня это повторка, к сожалению. Так, еще что-то на 3 звезды, Дэдпул. Это повторка, но приятно, что это на как раз все равно по 3 звезды. То есть, даже если это пыль, то пыли немножко побольше, чем, да, вот с 2 звезд, кстати. 2 раза по 2 звезды выпало сейчас. Не знаю, какой шанс, конечно, в этой игре, но, как показывает практика, шанс здесь большой. Ну, Паука мы выбили на 1, то есть самый-самый минимум есть. И это Великая Ученая на 4. Отлично. Хороший пробав получается, потому что герой сейчас очень сильно актуален, что именно на ульте, да, седьмом. Так, еще получается новое. Но Карнака у меня вообще не было, поэтому. Так, еще что интересное. Но это дубликат. Кстати, неплохо, в принципе, пока Великую Ученую получили. Кстати, блин, как всегда, падает, конечно, мне нравится тут.
Так, Vision. Vision, по-моему, вот, кстати, тоже хороший ап. Vision на 3 апнуть, это, я считаю, очень хорошо. Так, паук двоечка теперь. Так, Карнак на троечку. Главный, конечно, вопрос всего вот этого, да, этих открытий. Выпадет ли 7 звезд, либо 6 звезд? Потому что вроде осколков, да, сфер много. Соответственно, думаешь, так, сейчас по-любому что-то крутое выбьем. Но, как показывает практика, не всегда так получается. Это ее, кстати, дубликат. Снайпер Гидры. Но одну элитную звезду мы заработали. Так, еще один ап. Кстати, штурмарик, да, это, по-моему, был. Да, это очень, очень даже хорошо. Был у меня все на одну звезду. Он, то есть, ни туда, ни сюда. Это совсем маленький прирост по характеристикам героя. Поэтому, естественно, хотя бы даже на 2. В идеале, конечно, было бы на 4 этого героя. Хотя бы раскрыть его потенциал хоть какой-то, да, призрачный. Так, ну такими темпами, получается, у нас есть отличные шансы получить еще дополнительно пыли. Кстати, не сразу отображается, да, что это пыль, то есть нет такого. Но паук очень часто прокает на нас на 2 звезды, прям слишком часто. Так, Хэлла была на 2. Этот страж, по-моему, выпало раза 3, наверное. Так, у нас остается 6 сфер. Еще что-то интересное, это Танос на 4 звезды. Так, еще апнули, кстати, Танос на 4 звезды. Прям реально круто. Конечно, бы апнуть Таноса, допустим, полгода назад, когда он прям, ну даже, наверное, чуть пораньше, да, чем полгода, был вообще идеально, когда он прям сам такой, в самом рассвете был. Сейчас немножко, конечно, актуальность его подупала, скажем честно. Так, давайте не по одной звезды везде, потому что нужно еще 230 пыли нам где-то получить, а тут на что? А тут 200. Ну, получаем еще по-любому. А, если, конечно, сейчас выпадет новый какой-то герой, то не получим. Так, ну, разработчики нас радуют, поэтому получили спокойно. Блин, я, кстати, не посмотрел, что я там выбил по итогу. Ну, сейчас посмотрим в апах. Так, ну что, элитные звезды, да, у нас целых 2 штуки есть. Первое, поехали, это... Кстати, кто у нас вообще? А, это дубликат, нормально. И последний... Это дубликат, насколько я помню. А нет, это ап. Ну, ап тоже, конечно. Ап это всегда хорошо, но не такой ап. Такой ап мне не особо нравится. Ну, потому что рука пока вообще неизвестно, когда будет актуальна. Ну, в принципе, я не знаю. Открыл, честно говоря, более-менее. Я бы, наверное, так сказал. Потому что вроде что-то выбили, да, новое. Не сказал прям что-то крутое, но и неплохие герои выбили по итогу. Так. Победа в войне, отлично. Страйк лучше, красава. Так, получилось у нас что? 5 апов. Давайте начнем по самому слабенькому. Штурмовик у нас. Тут апнули всего на 1100 мощи. Ну, 2 звезды, конечно, слабовато по итогу получается. Дальше давайте апнем Вижена. Вижен. Это, естественно, сильно круто. 56 тысяч было у него, стало 59. Главное, чтобы получили дополнительную концентрацию. Это очень важно для этого героя, чтобы блокировать. Так, Великая Ученая. 50 тысяч стало, то есть дополнительная концентрация, естественно, это очень круто. Так, ну и Танос. На 13 категории он есть, 59 тысяч. Ну тут будет хороший ап. Тут реально хороший ап. В броне главное, что ап у него получился. По хп у него 215 тысяч, очень плотный герой. Ну и в завершении здесь у нас колдунья руки. 29 тысяч. Ну так что я не знаю, да, честно говоря, друзья, как вам понравилось открытие, не понравилось открытие. Естественно, ставьте палец вверх, пишите в комментариях свое мнение по этим осколкам, которые мы получили. Подписывайтесь на канал. Всем удачи!